Итак, до конца сессии у вас остался один экзамен, который буду принимать я. Ну да, понятно. Но, поскольку каждый год отдельным личностям удается списать, я разработал свою схему и решил усилиться. Прошу любить и жаловать, Екатерина Павловна. Екатерина Павловна? Так вы попробуйте. За это вам ничего не будет. Можно просто любить. Что? Ты мне так и не позвонил. Ты думаешь, я забыла про ужин? А вот и нет, в этот раз ты точно не выкрутишься. Ну все, я точно попал. 5 человек с бумажкой и ручкой. Мы специально разработали билеты, которые не будут повторяться. Я надеюсь, всем понятно, что никому не удастся списать. Так что, если не хотите вылететь, готовьтесь. Так, надо собираться. Мой день прекрасный зачет. Универ опасный препод. Меня звали Гев. Так, я надеюсь, Гев что-то придумал, иначе нам всем крышка. Алло, Гев, где у нас сбор? Мы в 423, давай быстрее. Хорошо, иду. Гев опять собрал сброд, как всегда, одни дебилы. Единственное, кого рад видеть, так это Сашу. Интересно, она тоже рада меня видеть? Че пялишься? Видимо, нет. Итак, когда все в сборе, мы можем начинать. В этом году нам создали условия, при которых практически невозможно списать. И да, в принципе, оно так и есть. Что? Ты серьезно? Но только не для нас. Мы покажем им, что мы можем выкрутиться из любой ситуации. Да! Да, вот это по-нашему! Они наивно полагали, что мы испугаемся и пойдем заучивать их предмет. Но этому не бывать. Мы не изменяем своим принципам. А почему? Потому что мы не ботаны? Нет. Потому что мы не лохи. Что? Что ты несешь? Тут должна быть какая-то связь. Мы не будем заучивать, потому что мы дебилы? Ну, я хотел сказать, потому что мы команда, но потому что вы дебилы тоже подходит. Да. Что я тут делаю, Гев? Можно к делу? У нас мало времени. Да. План такой, смотрите. Перед экзаменом мы прикрепим под партами, которые расположены по бокам, беспроводные наушники, которые будут подключены к общему каналу, на котором будет сидеть Саша с конспектом и говорить ответы на вопросы каждому из нас. Ну, естественно, начиная с меня. А почему с тебя? Действительно, почему ты первый? Ну, потому что я это все придумал. Ну да, отлично. Что тут непонятного? Мне иногда кажется, что ты тупой. Чё? Это вообще-то ты вопрос задал. А ты подхватил. А ты меня спровоцировал. А ты тут сам заткнись. Так заткнитесь оба. Гев, а ты уверен, что наушники не будут видны? Смотрите. На партах с левой стороны будет прикреплен левый наушник, который будет надет на левое ухо. Препод центральной парты видит только правое ухо, и такая же история с правой стороны. Они будут видеть только ухо, которое ближе к ним. А это, как вы уже понимаете, левое. Вопросы есть? Есть один. А то шевелюру отращиваю специально, чтобы наушника не было видно. Полюбило. Ладно, вопрос. А кто будет сидеть на центральной парте? Ах, да, на центральной парте, как и в прошлом году, будет сидеть пацаной человек. Вместо кто там не ходит на пары и сдает через деканат? Ну, Рыжов. Вот, вместо Рыжова. И, кстати, я подобрал максимально подходящую кандидатуру. В общем, сами сейчас все увидите. Витя, заходи. Что? Давай сразу как и договаривались. Что происходит? Это ты помнишь, да, там 40 минут сидеть, ничего не делать, да? Аванс вперед. Да, все. С двойным мясом и сыром? Да. Ты не мог бы там покушать, это у нас тут дело? Хорошо. С вас, кстати, за шаурму бар. А чё с нас? Чё мы? Потому что я сам не ел обед. Слушайте, ребят, давайте определимся, кто после Гева задает вопрос. А чур я после Гева. Чур я после Коли. Мы же взрослые люди, что за детский сад? Давайте нормальным способом решим вопрос. Каким? Раз, два, три. Зашибись, что так, я последний. Так, все, ребят, давайте, собрались. Кто мы? Дебилы! А что вы сказали? Ну что? И тупой. Так, вроде никто не смотрит, достаем наушник, одеваем. Гев, начинай. А, Виктор Степанович. Да. А вот тут вопрос не очень понятен. Моделирование как метод научного познания. Так, моделирование как метод научного познания. Ага, так понятно. Так, Саша справляется отлично. Не совсем понятно. Роль прикладных экономико-математических исследований. Роль прикладных экономико-математических исследований. Так. И тех, Макаря. А, да? То есть, а в третьем модель рационального поведения потребителя. Это так, все, хватит, пишите. Так, Гев, я нашла третье. Хорошо, извини. Я все? Так, Гев написал отлично. Ух, с первым прокатило, супер. Так, теперь Коля. Коль, записывай. Быстрее, Коля. Давай записывай быстрее, еще ребятам нужно продиктовать. Все, Коль, давай. Вот это Степан, да? А, это что там, упал наушник?
Это что такое колбас? Я просто музыку слушаю, когда пишу экзамен, я так успокаиваюсь. Да? А ну дайте послушать. А, Саша, выкручивайся. Когда мы клубе чиксы танцуют. Чего? Кто знает, с кем он тусует. Ужас. Как под такое можно сконцентрироваться? Забирайте. И больше, чтоб этого не было на экзамене. Ну что, там прокатило? Да, все супер. Влад, диктуй свои вопросы. Простите, тут в первом задании... Так, пари, вы надоели мне со своими вопросами. Надо было готовиться к экзамену. Все, никаких вопросов больше. Ну зашибись. Мне этот план изначально не нравился. Не, ну Геву и Коле нормально, конечно, они сдали. А нам что теперь делать? А, Екатерина Павловна, я отойду на минуточку, проконтролируйте, чтобы все было хорошо. Да, конечно. Ох, вот бы и она потерялась, было бы вообще крутяк. Че она встала? Блин, она что, идет сюда? Нет, только не сюда, не иди. У меня же пустой листик, нужно сделать вид, что я что-то пишу. Да, я пишу, а она что, смотрит мне в листик? Не смотри, я сейчас все напишу. Фух, она уходит, пронесло. Екатерина Павловна, извините, но вас срочно вызывают декана. Саша? Что, прямо сейчас? Да, меня попросили вам срочно передать. Что тут делаешь? Красава. Алло, да, Виктор Степанович, да, меня вызывают в деканат, возвращайтесь, пожалуйста. Да сваливай уже! Так, если Саша тут, то кто на связи? Так, парни, я здесь, читайте вопросы, быстрее. Что, Гев? Гев, слушай мои вопросы! Первый. А, ладно. Первый вопрос, Анну. Так, с Владом закончим. Так, Гев, теперь слушай мои вопросы. Первый. Проблемы моделирования целей перспективного планирования. Есть. Второй. Типы производственных циклов и их продолжительность. Следующий. И третий. Модели расширяющейся экономики Неймана Гейла. Ага. Ой. Вроде не спалил меня. Так, Влад сдает свою работу. Так, ты тут? Да, я здесь. Как все, все записываю, диктуй. Упс, вернулась. Виктор Степанович, да. Представляете, тут такое дело, меня никто не вызывал в деканат? Ой, да что вы говорите? Об этом никто не подумал. Это очень странно. Да, это очень странно, правда, Назарко? Да. Так, осталось 5 минут, закругляйтесь. Виктор Степанович, вы тут пока сидите спокойно, а я пойду проверю. Чего она идет? Она что, спалила меня? Ну блин, почему именно я? Выглядит наушник? Ну все, это конец. Что происходит, слышь? Пиши дальше, смотри. Любая модель. Что? Она мне возвращает наушник? Не понял. Очень странно. Виктор Степанович. Да. Ничего не понимаю. Что она делает? Теоретически, если один или несколько студентов списывали сегодня, что с ними будет? Как что? Рапорт деканатное отчисление. А что? Ничего, просто интересно. Почему она меня не сдала? Странно. Так, времени очень мало, нужно дописывать. Все, заканчиваем. Так, все средства, да-да-да, все готово. Отлично, я иду сдавать работу. Вот, пожалуйста, возьмите. Назарко, зайдите после перемены ко мне. Да, хорошо. Фух. А, вон они сидят. О, он идет. Ну что там? Фух. Все написал. Есть. Я же говорю, что прокатит. Парни, но есть одна проблема. Она спалила, что мы списывали. Мы в жопе. Ну что теперь делать? Ну как бы, выход из ситуации есть. Она сказала, чтобы я зашел к ней в кабинет после перемены. В чем проблема? Учитывая, что в прошлый раз она хотела пойти со мной на свидание, я не знаю, что будет сейчас. Иди ради нас. Что? И ради всех, от тебя все зависит, чувак. Сделай это. Прежде всего, ради себя. Да ну вас. Ладно, пошел я. Все, давай, давай, чувак, там чувак. Ладно, соберись, все будет нормально, не переживай, ты справишься. Может, не надо? Это что, был сон? Ну нафиг, я лучше пойду учить предметы. А ты шевелюру специально отрафил, чтобы наушник не было видно? Нет, дебил. Давай сразу как договорились. Да ёптвою. Давай сразу как договорились. Да ёптвою. Давай нас вперед. Бабушки, мы взрослые люди. Что за детский зад? Давайте нормальным способом решим. Ну первый зад. Раз, два, три. Подожди, давай. Раз, два, стоп. На экзамен будете входить по 5 человек с бумажкой и ручкой. Ну что? Да сколько можно? Не смотрел я видео в пайке. Здорово, ай. Вы подпишитесь, я знаю.
Ты подпишись на Блэккурсы, эх, вы подпишитесь, вы подпишитесь, знай. Вы подпишитесь, знай. Ты подпишись на Блэккурсы, эх, вы подпишитесь.